Окей. Почему я пробыл вдруг? Потому что это баран. И мы говорили о баране, о том, что брит Авраам, союз Всевышнего с Авраамом, Авраамом в то время, начинается в главе Лех-Леха, 15 строчка, 15 абзац. И это очень важно. Для мистического человека это действительно очень и очень важно. Потому что когда Авраам заключает союз с Всевышним, Всевышний появляется. Авраам разделяет животных пополам, кладет половину на одну сторону, половину на другую сторону, по бокам кладет голубя и горлицу. Я выяснил новое слово «горлица». И проходит через это. Но сначала через это проходит Всевышний. Почему это важно? Потому что из этой главы вырастает вся еврейская мистика. Всевышний появляется. Мистика говорит о том, что мы идем к Всевышнему. Мы пытаемся найти путь к Всевышнему. Поэтому, когда мы идем через неизвестность, через ту духовную пустоту, которая образуется между двумя половинками, мы можем прийти к Всевышнему. Мы можем увидеть Всевышнего. То есть, до того, как Авраам разделяет животных, он имеет видение. После того, как он разделяет животных, огонь Всевышнего проходит через две половинки, и Авраам впадает в транс. Мистически мы хотим впадать в транс. Мы хотим иметь видение. Мы хотим иметь вечные сны. Мы хотим увидеть Всевышнего. Все мистики делают это только для того, чтобы приблизить свою душу к Всевышнему, найти путь, найти то, что будет окрылять их душу. Кроме всего прочего, как мне сказали, я должен пояснить, меня попросили пояснить, почему голубь и горлица целые. Во-первых, голубь и горлица, они отождествляют что-то очень хорошее. Ведь вы знаете, что голубь несет метку мира и тому подобное. Белый голубь, тра-ля-ля, 3 рубля летает в облаках. Начинается это все с Ноаха. Ноах выпускает голубя, он приносит ветку, он приносит символ жизни. Поэтому голубь становится символом жизни. Кроме всего прочего, голубь по другим книгам Талмуда и Танаха отождествляет душу человека и присутствие Всевышнего. То есть, когда мы читаем книгу Йона, Йона – это голубь. Душа путешествует в этом мире. Поэтому Авраам разделяет животных на две половинки. Между ними образуется лужа крови. И по этой луже должен пройти человек, который заключает союз с другим человеком. Обычно человек проходит по этой луже и говорит: «Со мной случится то, что случилось с этими животными, если я не выполню заключение сделки или свои обещания, которые я сейчас даю». И это была традиция в древности, в Месопотамии, в Сумере, в Акаде, у хититов, это была традиция такая. Традиция понятна Аврааму, потому что он вышел из этого общества. Но вместо того, чтобы человек, который заключил сделку, прошел через эти две половины, между двумя половинами, проходит Бог в области огня. И мы видим, что Бог в области огня, огонь как силу Всевышнего, проходит через всю Тору, проходит через все сказания.
Авраам видит Бога, когда горит куст. В пустыне еврейский народ идет по пути, который освещен колонной огня. Огонь спускается в Бет-Амикдаш. Огонь спускается в Мишкан. Даже когда мы говорим о дыме, который мы видим, мы все равно это символ огня. Поэтому огонь идет между двумя половинами животных и делает соглашение с Авраамом на всю оставшуюся жизнь. И это кровь творения. Потому что не забудьте, что за животные. Кровь творения. Кровь вот этого барана, одного из них. Поэтому мы трубим шафар. Она становится свидетелем соглашения между Всевышним и евреем. В данный момент евреем. А когда разделены две половинки земли, и одна гора поднята над евреями, земля под ними, это тоже две половинки. Поэтому в Кидуш, в Шаббат мы говорим, земли и небо свидетельствуют о том, что была создана земля, но наше соглашение со Всевышним. Баран, овца, корова становятся священными животными, которые будут приноситься в жертвоприношение в храме. Это не просто так. Голубь, горлица – это два символа мужской и женской половины. Недаром в русском языке это горлица. И теперь, если мы вернемся к моему учителю, которого я не знал, но книги которого я читаю, и это единственное, что меня возбуждало и ставило на правильный путь, книги Рава Каплана, мы пойдем вот в Сефер Йецира и увидим, что в принципе он говорит о следующем, что это первый брит, первое соглашение со Всевышним. В этом соглашении, когда мы разделяем, Авраам разделяет животных на две части и ставит голубя и горлицу по другим сторонам, то есть у нас слева и справа разделены две части, бум и бум. Тут у нас стоит голубь, тут у нас стоит горлица. Окей? То есть получается такой прямоугольник. В этом прямоугольнике нечто. Нечто – это пустота, в которую может войти Всевышний. Эта пустота, как я уже сказал, отображается в храме между двумя половинками, Адама. Мужская половина, женская половина. Между ними идет голос Всевышнего. Эти шесть животных, половинок животных, по книге Йецира отождествляются, мое любимое слово, которое я не могу выговаривать, отождествляются с шестью сферот. Верхние две сферы и нижние две сферы отождествляются, то, что в середине, вот посередине проходит, отождествляются и с двумя голубями, горлицей и голубем. Поэтому они живые, потому что это связь между Всевышним, нашей душой. Поэтому он их не умертвляет, потому что по ним идет свет сверху и снизу. Мистик хочет войти в медитацию. Что такое медитация? Другое состояние ума и сознания, расширенное состояние. Все остальное остается сзади. Поэтому мистик хочет прийти в это состояние Авраама,
когда он видит Всевышнего, когда он уходит в медитацию, когда он видит видение, когда он видит пророчество, потому что говорят, что он видел пророчество, это соответствует этому, он видел вперед, он видел пророчество. Поэтому Каббала, мистическая медитация и в еврействе основана, по-моему, и поэтому мы видим в сейфе Ецера, основана на этом соглашении. Соглашении половинок. Если мы соединим все, получится одно целое. Но если мы проходим между ними, мы становимся вот этим третьим звеном, между двумя колоннами, когда мы входим в Мишкан, в святую святых. И тогда мы соединяем все. И вместе Всевышним. И идем дальше. Поэтому теоретически мы читаем об состоянии мистика истории. Практически мы будем проходить практику в другой раз. Поэтому меня попросили закончить мою мысль, что я надеюсь, я сделал. Меня попросили дать немножко больше. Я на это сделал. И поэтому я опять перехожу на 5, 6, 7, 8 минут, не больше. Потому что я думаю, что у нас ни у кого не хватит внимания выдержать такое. А если мы выдержим, значит, мы пойдем в часовую, двухчасовую, десятичасовую медитацию. И увидим, где мы, кто мы, куда мы, и т.б. и т.п. И после этого мы начнем тоже упорядочить техники, которые нам дали. И о которых мы знаем. Спасибо. Спокойной ночи.